Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Совсем недавно отгремели последние фанфары праздничного юбилейного 50-го сезона в нашем клубе веселых и находчивых. Это, шутка ли сказать, пройден полувековой рубеж. Но, видимо, как бы у нас в клубе мы к полумерам не привыкли, поэтому на очередной фестиваль команд КВН в Сочи в январе вновь приехала свыше 500, точнее 521 команда из 175 городов, представляющих 12 стран. Ну, это дает нам основание считать, что 50 лет для КВН, в общем-то, не предел. Правда, у настоящих, постоянных, верных поклонников нашей игры может возникнуть резонный вопрос: а что дальше? Я отвечу на этот вопрос так. Я просто назову тему нового, условно говоря, 51-го сезона клуба веселых и находчивых. Продолжение следует. Перед вами первая пятерка команд на старте нового сезона. Ну, а кому из них улыбнется сегодня удача, знают только звезды. Кстати, именно звезды подсказали нам тему первых игр сезона. Каждая игра будет посвящена отдельной стихии зодиака. Как известно, таких стихий 4. Земля, вода, воздух, огонь. Ровно столько же игр и в 1/8 финала у нас. И в первой 1/8 со своей стихией будут бороться следующие команды. Начнем с дебютантов, которых сегодня, к слову сказать, как никогда много. 4 команды из 5. Первая команда знакома телезрителям по играм нашей премьер-лиги КВН. Команда, которая в своем названии, возможно, я так полагаю, возможно, подчеркивает свой статус. Команда называется «Бомонд», город Челябинск. Далее немногочисленная команда, представляющая многочисленную столичную молодежь. Сейчас они играют в КВН. В детстве, видимо, действительно сильно увлекались компьютерными играми. Отсюда, полагаю, и название. Sega Mega Drive 16 бит, город Москва. Сборная команда, которая делает первые шаги в высшей лиге, но весомая часть этой сборной имеет опыт в большом КВН в качестве обладателей Кубка СНГ 2010 года. И они финалисты премьер-лиги 2011 года. Нынче это сборная Прибалтики, город Рига. Продолжаю говорить о финалистах премьер-лиги прошлого сезона. Еще один дебютант высшей лиги. Команда КВН из культурной столицы России. Команда КВН – факультет журналистики, город Санкт-Петербург. И от финалистов премьер-лиги дважды финалистом Лиги Высшей. Команда, которая пропустила прошлый сезон, поднакопила сил, видимо, и мы рады приветствовать вновь их в Высшей Лиге. Триот Идиот, город Смоленск. Ну, и настало время представить не менее яркое созвездие нашего сегодняшнего вечера, которое и определит судьбу в целом молодых дарований, стоящих на этой сцене. Жюри сегодняшней игры, коль уж речь зашла о знаках зодиака, мне представлять будет довольно просто. Председатель жюри – Водолей Константин Эрнст.
Головин, Дмитрий Нагиев. Знак зодиака Близнецы представляет Валдис Пельш. Очень подходящий знак для члена жюри Весы — Игорь Верник. Тут ко мне поближе, но не совсем, Скорпион — Михаил Ефремов. Солидный знак, солидный человек на солидном месте — Лев — Леонид Ягубович. Ну, замечу, что представленные мной звезды олицетворяют три стихии: воздух, огонь и воду. Единственная нетронутая осталась стихия Земли. Ей-то как раз и будет посвящена наша первая игра сезона. Тема игры, которая пройдет сегодня, — стихия Земля. Но прежде чем я отпущу команды готовиться к первому конкурсу, я хочу, чтобы мы все вместе послушали короткое пожелание молодым, в том числе и нашим КВНщикам, прозвучавшее из уст нашего высокого гостя совсем недавно во время встречи в будущем московском доме КВН. Пожалуйста. Я готов поддержать молодые дарования и с удовольствием это и сделаю. Хочу пожелать успехов всем, кто начинает доброе, хорошее дело. Не только в КВН, но и в других сферах деятельности. Удачи! Ну, а мне остается традиционно, ребят, с началом сезона ни пуха, ни пера. Черту! Итак, с чего начнем? Безусловно, Земля хранит в себе множество тайн и загадок. Ну, а наука, помогающая нам добираться до этих тайн и загадок, именуется археология. Вот, собственно, все, что двигало нами в поисках темы для конкурса приветствия, который, в общем, просто и называется «Археологическая экспедиция». Первой навстречу неизведанному отправляется команда КВН «Бамонт», Челябинск. Вечер, дорогие друзья! Перед вами Бамонт, Челябинск! Да-да! Не удивляйтесь, именно так выглядит челябинский Бамонт! Именно для этих людей грибы делятся на съедобные, и эх, была не была! Именно для этих людей суши — это живой карась, завернутый в лопух! Именно для этих людей скайп — это то, что индейцы снимают со своих жертв. Итак, Бамонт, Челябинск! Даша, что ты такое говоришь? Сейчас я подумаю, что Челябинск — это одна огромная труба, из которой дым валит, и все челябинцы прижались к ней, потому что она теплая. Неправда все это! Холодная она сейчас, зима ведь! Мужчины, спасибо большое. Вот ваши билеты до Люберец. Всего доброго. Наш завод — это семья! Знаете, тема приветствия «Археологическая экспедиция» как будто специально для Челябинска придумана. У нас после каждых выходных весь город как археологические раскопки выглядит. Тоже какие-то бородатые люди ходят, пустые амфоры собирают. Ну не все так плохо. Вот девушки у нас какие. Кровь с молоком. Смешают, пьют. Страшно. Ну вот и познакомились. Начинаем экспедицию! Ну что ж, и первая остановка нашей экспедиции будет на челябинском телевидении. Итак, всеми нами любимая телепередача для детей — «Спокойной ночи, малыши». Спокойной ночи, девочки и мальчики. Кар, кар, хрю, хрю. Гав, гав. Одна из самых долгих экспедиций в нашей жизни — это школа.
Поэтому давайте посмотрим, как парень и девушка на берегу реки встречают рассвет после выпускного. Я же говорила, не догонишь. И я не догнал. Вот это удар по самолюбию. Ты молодец, с победой тебя. Ой, скоро ты заработаешь кучу денег, и мы их все потратим на свадьбу. Вот это цель. Сдохну, но заработаю. Ради свадьбы-то. На свадьбе я буду вся в белом. Поначалу, да. А потом я нарожаю тебе кучу детишек. Ты будешь менять им подгузники, стирать пеленки, а потом пойдешь в магазин покупать мне и малышам еду, а мы будем ждать тебя дома. Я не вернусь. А первого сына мы назовем Эраст. А почему бы и нет? Всю жизнь мечтал о сыне, у которого имя и прозвище в школе будут совпадать. Эраст в честь Фандорина. Ну, естественно. Все же именно так будут думать. Мальчик, как тебя зовут? Эраст. В честь Фандорина. Мы проживем вместе много счастливых лет, но так как мужчины живут меньше женщин... Я даже знаю, почему. Так вот, когда ты умрешь... Я буду каждый день приходить на твою могилку и рассказывать, как прошел мой день. Смысл умирать? Вов, чё ж мы сидим? Побежали дальше вдоль берега. В разные стороны. Давай. Давай. Ну вот мы и добрались до бриллианта нашего выступления. Давайте с вами немного пофантазируем и представим, что в недалеком будущем оглашение результатов президентских выборов будет проходить в форме, ну скажем, церемонии вручения премии «Оскар». Мы вас приветствуем на церемонии объявления результатов выборов президента Российской Федерации. Добавь! Самых неожиданных выборов в истории, чё ты? Итак, на должность президента претендуют... Претендует? Кто вы думали? Отвечает Друзь. Кто? Мезенцев? Не говори его имя, молчи. Пусть для страны это останется тайной. Некий Мезенцев, все. Григорий Явлинский. О, Явлинский. Это же единственный человек, который единственный голосует за Явлинского. Его сняли, он все равно голосует за Явлинского. Михаил Прохоров. Давайте выберем Прохорова, и у нас АвтоВАЗ будет Ё-мобили выпускать. Наконец-то название с содержимым совпадет абсолютно. Геннадий Зюганов. О, конечно, Зюганов президент, президент-льготник. Все будут 6 лет, а он по соцкарте 3. И в стране из нанотехнологий будет развиваться только флаг на ветру советский. Владимир Владимирович Путин. Какая неожиданность. Решил поучаствовать все-таки, да? Страна. Давайте запомним это имя. Молодец, парень. Он, Явлинский, чуть за тебя не проголосовал. Последний момент передумал, решил за Явлинского голосовать сегодня. Ну что ж, давайте немного подтянем интригу. Поздно начали. 12 лет назад надо было начинать интригу тянуть. Сейчас все. И президентом России становится... Продолжается. Президентом становится... Ну, кто? Бабайка, Чебурашка, шаурма с Казанского, кто? Явлинский, соберись, сейчас стрельнем. Владимир! Город! Целый город Владимир! Город-президент, прикинь! Владимир! Вольфович, напугал? Нет, конечно, напугаешь тебя сейчас же, ну. Владимир Владимирович! Мезенцев! Вот мы и узнали имя Мезенцева! Ура!
Владимир Владимирович Путин. Ядрен батон, а? А знаешь, почему ты президентом стал? Потому что тебя народ выбрал. А народ — это я. Короче, ты президент, потому что я так решил. Не благодари. И в заключение. В 1899 году в Челябинск с экспедицией приезжал сам Дмитрий Иванович Менделеев. Вдохнул челябинского морозного воздуха. И в ту же ночь ему приснилась вся таблица химических элементов. Дорогие друзья, приезжайте к нам в Челябинск. Дышите полной грудью. Дорогие друзья, дорогие болельщики, несколько слов о схеме сезона, которая аналогична предыдущей. Стартует 20 команд. И из каждой пятерки команд 1/8 финала в четвертьфинал гарантированно выходят по 2 команды. Итого 8. И поскольку очень хочется, чтобы в четвертьфинале сыграли 12 команд, остальным придется подождать последней игры первого тура и узнать, какие команды будут приглашены продолжать сезон. Какие предложения сделает жюри и наша доблестная редактура. А пока еще одна археологическая экспедиция силами команды КВН «Сега Мега Драйв» 16-бит, город Москва. На сцене «Сега Мега Драйв» 16-бит. Впервые в высшей лиге команда из 3 человек. Нам многие говорили, что втроем в высшей лиге будет сложно. Тем не менее, с тех пор, как мы играем в высшей лиге, еще ни одной команде не удалось победить нас. Но несмотря на это, мы решили усилиться. Поэтому, Андрей, пошел вон отсюда. Так, а что это я? Давай сам вали. Ребят, никто никуда не пойдет. Вообще-то игра очень ответственная. Вот именно. Поэтому надо удивлять! Чего ты ржешь? Не получилось и не получилось! Так, Галь, ты не волнуйся, сейчас точно получится. Так, Илья, стоп! Ребят, давайте я, как самый адекватный в этой команде, начну. Magic people, voodoo people! А тема приветствия – археологическая экспедиция. Ребят, что у кого по теме? У меня камни в почках. А я номер придумал. Давай лучше с номера. Итак, представьте, очень усердный человек ищет клад. Понравилось? Нет. Ну только сезон не юбилейный. Сейчас постоянно усиливается охрана в аэропортах, но иногда совершенно непонятно, по какому принципу работают охранники. Проходи. 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 Так, стоп! Что в карманах? Ключи? Выложи на стол. Что в сумке? Ноутбук? Выложи на стол. Включи. Что в папке? Песни «Металлики». Выложи на стол. Что за фильм? «Терминатор». Выложи. Что за фотография? А это мы с друзьями пьяный Новый год празднуем. Выложи.
Ребят просили не выкладывать. Правило едино для всех. Ну что ж, а мы продолжаем тему экспедиции. Итак, в долине гейзеров. В Голливуде при съемках мультфильмов движения героев отыгрывают реальные актеры. Так вот, Союз мультфильм решил не отставать. Итак, на съемках очередного мультфильма. Датчики надел? Да. Проверяем. Все работает. 3, 2, 1, пишем. Стоп, снято. Покурить можно? Да, конечно. Эй, парень, закурить есть? Нет. А если найдем? Не найдете. Ох ты! Ты что делаешь? Слышь? Эй, ты что с нашими парнями сделал? И раз, и два, и три. Так, кажется, все сняли. Ладно, выводите на экран, посмотрим, что получилось. Панда, это подарок тебе. Девушки и мальчики, сладкие марионетки, а на них большие башмаки. Веселая панда. Стоп, снято. Слава богу. Ну что ж, вот и подошло к концу наше приветствие. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому в конце мы бы хотели обратиться к Роскосмосу. Назовите, пожалуйста, спутник Фобос Марс, а не Фобос Грунт. С вами была Сега Мегадрайв 16 бит. Спасибо. Продолжаем копать на заданную тему. И со своей археологической экспедиции на сцене команда КВН «Сборная Прибалтики». Рига. Здравствуйте! На сцене Литва, Латвия, Эстония. Последний раз команда из Прибалтики становилась чемпионом КВН в 1969 году. По традиции клуба чемпион пропускает сезон. Сезон, а не 43. Но сейчас все изменится, потому что в Прибалтике появился лидер. И это мы, Латвия. Спасибо. Секундочку, а почему это именно вы? Ну потому что мы единственные из вас, кто говорит по-русски. Отнюдь. Чего? Я предлагаю отнюдь у них руководство сборной и передать его нам, литовцам. А почему не эстонцем, а? Да потому что вы себя вести в Москве не умеете, дикари. Марта, расскажи. Крутится, вертится, курица, гриль. За ней наблюдает эстонец Эмиль. Для вас, москвичи, это чушь и фигня. А для эстонцев событие дня.
Ну действительно, Эстония. Ну какой из вас руководитель? Смех один. Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад. Там эстонка молодая наблюдает виноград. Я краснею за эстонкой, это очень странный вид. Виноград растет быстрее, чем она за ним глядит. Так, еще один намек на нашу медлительность, и мы уйдем из этой команды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что это нам делать? У нашей машины юмора тормоза отказали. Посмотрите-ка. Так, все, лидер мы, Латвия. Все. Ну как это, потому так, что... Так, друзья, все. Друзья, не надо ссориться, хватит! Вам не кажется, что этими ссорами можем просто похоронить наше выступление? Спасибо, что объявил. Добрый вечер подошел к концу. На сцене археологическая экспедиция «Рижские готы». Сегодня трудная игра, сражаться будут за успех Челябинск, Питер и Москва, и вновь вернувшийся Смоленск. Но рижских готов победить их шансы мизерно малы, ведь тема у игры земля, ее мы знаем изнутри. Так! Это что такое? Это червь. Червь легкоатлет. Но он не был допущен до соревнований, потому что в его крови обнаружена кровь других спортсменов. Это клоп. Клоп – потомственный аристократ. Его дед пересидел советскую власть под обоями. И, наконец, особь. У нее очень крутой нрав. Проводница поезда «Рига-Москва» посвящается. Это тебе за все, коза. Проводница по имени Даша, электрический стул не так страшен. Хоть разряд был велик, Дашу он не проник. Даша очень плохой проводник. Так, подождите! Готы! Да как вы не можете понять, что вас нельзя показывать по телевизору в православной стране? Нас не интересует православная публика. Нам нужно понравиться жюри высшей лиги. Послушайте, КВН должен нести добро. Чушь. В КВН давно пора показывать правду о том, что мир жесток. И делать это так, чтобы было понятно даже ребенку. Готический ералаш. Мам, скинь меч! Сынок, а может мяч? Не, во дворе такое рубилово. Скинь меч! Иванова, мое терпение лопнуло. Завтра же родители в школу. Марья Ивановна, а мой папа не сможет прийти. Он сидит. Слышь, а ты говорила, что он умер. А мы его сидя похоронили. Так, стоп! Вы что, с ума сошли? Слушайте, это ужас какой-то. А мне понравился готический ералаш. Вот, кто у нас некрещеный. Встань на место. Послушайте, готы, в жизни все равно больше светлого и доброго. Литовцы, покажите, пожалуйста. Итак, на Красной площади. А вот этого я из армии жду. Да вот, а? Совсем по-другому. А по-моему, фигня какая-то. Особь жги, только жестко. Крутил Виктор ручку шарманки, и хвост намотал обезьянки. Все хуже играет шарманка, все меньше размер обезьянки. Подождите! Подождите! О чем мы вообще спорим, а? Мы ведь в одной команде. В жизни черное и белое всегда существуют рядом. В шахматах черные и белые фигуры лежат в одной коробке, понимаешь? Ну, чтобы тебе проще было понять, клавиши рояля и черные, и белые под одной крышкой. А, под крышкой? Ну да. А для нас, прибалтов, эта схема точно работает. Ведь в 69-м году команда из Прибалтики стала чемпионом именно в черно-белом КВНе.
Поэтому готы, надо быть вместе. Поехали! Тихий океан и Эверест, бразильский пляж, любовь на Кубе. Кто-то тащится от этих мест, а наше место в этом клубе. Сборная, 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 Балтийская гитарна, как горная, непредсказуемая. Ну что ж, посмотрим, какие сокровища в недрах земли отыскала экспедиция из города Санкт-Петербурга. Команда КВН, факультет журналистики. Добрый вечер! На сцене команда КВН, факультет журналистики. Тема сегодняшнего приветствия – археологическая экспедиция. И она подходит нашей команде как нельзя лучше. Посудите сами. Кто, как не мы, молодые петербургские журналисты, можем сегодня раскопать несколько сочных, интересных, сенсационных фактов о членах нашего жюри. Именно поэтому мы решили взять у них интервью. Константин Львович, начать мы хотели с вас. В прошлом году, в финале премьер-лиги, вы встали и сказали, что берете нашу команду в высшую лигу КВН. А нас кто-нибудь спросил, хотим мы эту высшую лигу или что? Просто взяли и как котяток швырнули за шкирку в эту элиту. И что нам теперь прикажете делать? Вот лично я... Извините, просто это Ира. А Ира, как российская армия, перебьет любого. Сереж, ну ты просто неправильно начал. КВН нужно начинать по-питерски. Петербург на сцене, Москва. Потрясающе! Просто супер! Саш, что тут за митинг устроила? Ты думаешь, людям по 500 рублей раздала, они тебя реально поддерживать будут? А ну спускайся немедленно! Вот ты мне в личной жизни все портишь, а теперь еще и в КВН, так что я тебя бросаю! Ир, ну а ты-то что плачешь? Ой, Шурочка, я сейчас как представила себя на твоем месте! Мне так обидно стало! Мало того, что меня парень прямо на сцене бросил, так я еще и стою толстая, безработная, ножки кривые. Ира, ты зачем все это говоришь? Шурочка, ну я же переживаю, я же твоя подружка. Ирочка, не переживай, ты мне больше не подружка. Как не подружка? Шур, давай дружить. Привет, я Ира. Ой, какая у тебя спина нарядная. February 12. Вторая минута выступления в высшей лиге. Команда уже распалась. Эй! Слушай, Марис. А! Да, Рустем. Эшмерля сэшешки бренде. Все русские ушли. Гешберля бешкерля месте? Давай захватим власть в этой команде. Эстевине сапроту. У нас ничего не получится. Ишберле, Марис. Почему, Марис? Тапецка из грибу салдеюмс. Нас постоянно кто-то переводит. Все мы смотрим новости на Первом канале. Однако и мужчины, и женщины видят их совершенно по-разному. Так видят новости мужчины. Цены на бензин в гостях 3.0. Индекс Доу Джонса, Ким Чен Ын. Вооруженный конфликт. А так видят новости женщины. Родился тигренок. Ир, Ир. Скалолазки, скалолазки. Лезут в скалы, ищут ласки. Бродит где-то мой Дадыр. Он протер себя. Дадыр! Ир, Ир, ты чего? Миша, давай я стихотворение расскажу. А давай не сейчас, Ирочка.
Мы с коллегами раскопали сенсационные подробности о жизни российской армии. Итак, часовой на посту у Кремля. Мальчик. Мальчик, иди сюда. Да, солдат. Можешь мне помочь? Кто эту песню поет? Просто мы такие детки, мы ранетки, мы ранетки. Ты, наверное, удивишься, солдат, но это ранетки. Спасибо, мальчик. А тебе зачем? Да просто в голове вертелось, никак не мог вспомнить. А. Слушай, тогда, может быть, и ты мне напомнишь, кто поет песню? На большом воздушном шаре. Ух, ё. Ща. Это ёлка, мальчик. А, нет, это Фриски, солдат, я вспомнил, давай. Да это ёлка, мальчик. Это Фриски, я вспомнил. Это ёлка, я тебе говорю. Какой тупой солдат. Это Фриски, да я вспомнил. Да это ёлка. Это Фриски. Ёлка. Фриски. Ёлка. Фриски. Ну-ка встань передо мной, мальчик. Зачем? Я тебя запомнить хочу. Это ёлка! 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 Как же я тебя ненавижу, мальчик! Я теперь всех мальчиков ненавижу, мальчик! Я теперь даже себя ненавижу, когда я мальчиком был! Как мне теперь домой идти? У меня там жена и двое мальчиков, а я их ненавижу! Я теперь понимаю, почему они в детский сад в колготках ходят, потому что они на мальчиков не хотят быть похожими. Мне хочется мальчиков мальчиками разрубать, потому что мне на вас патронов жалко. Это ёлка! Это Фриски! Ёлка! Фриски! Ёлка! Фриски! Ёлка! Фриски! Какой дурной солдат! Ну все, тебе конец, мальчик! Давай, давай, догони иди меня, солдат! Иди за мной, но! Мальчик, иди за мной! Запоминай ощущения, меняется все, и ты не исключение. Саш, слушай, я хотел извиниться перед тобой, я вначале как-то вспылил. Все-таки волнительно, первая игра, ты меня извини, пожалуйста. Вообще, мне кажется, что все эти наши ссоры — это полная ерунда. Ерунда? А кто сегодня всю ночь чужие женские имена бормотал? Так я твоих подруг считал, чтобы уснуть. А как ты мне это объяснишь? Это я нашла у тебя в пиджаке! Это тоже легко объяснимо. Вчера посидел я в ресторане, немного выпил, хорошо пообедал. Решил отправиться к тебе. Надеваю свой пиджак. Чувствую, он тесный, но теплый. И сразу же пошел к тебе, дорогая моя. Ну же, зая, когда я тебя обманывал? Хватит! Ты постоянно мне врешь! Я вру. Ну ладно, если я вру, то кто? Кто объяснит мне вот это? Вот это вот! Я вчера нашел в твоей сумочке! Это не моя сумочка! А это моя сумочка! Ну, пожалуйста! Ну, Ира! Запоминай день, запоминай ощущения, меняется все, и ты не исключение. С вами была команда КВН факультет журналистики. Пожалуй, единственные журналисты в стране, которых еще не била ни одна звезда. Для вас себя берегли. И завершает наши приветственные раскопки команда КВН «Триот Идиот», город Смоленск. А перед началом сезона команда КВН «Триот Идиот» пришла в кабинет к мэру. Алло, это мэр Смоленска звонит. Пока мэр, я мэр, будет звонить. Максим, мы, конечно, понимаем, что за этот год ты стал мэром. Но мы решили вернуться в КВН, и мы за тобой. Да я не могу! У меня выборы на носу. Послушай, люди взрослые и сами проголосуют. Они тебе наголосуют, потом сиди полночи за них, переголосовывай. Максим Владимирович, здравствуйте, я пришел. Молодец, иди отсюда. А че он приходил? Отметиться. Раньше я у него отмечался, теперь он у меня будет.
Послушай, ну мы правда решили вернуться. Ну что ж, вернуться так вернуться. Так, давай, какая тема игры? Тема игры «Земля». О, так это наша тема. Ведь смоленская земля дала нашей стране таких людей, как Никулин, Папанов, Твардовский, Исаковский, Гагарин. А сколько эта земля людей забрала? Загибай пальцы. Так хорош уже! Макс, слушай, давай начинай. Ну что ж, а начать хотелось бы цитаты из фильма «Высоцкий, спасибо, что живой». О, Господи! Я не могу! Так, какой он по жизни? Какой? Ну как, добрый, веселый, отзывчивый. Во, вот так вот на камушке и напишем. Фотка есть круглая какая-то? Да прекращай, а! Что делать-то, говори? Что делать? Я тебе скажу, что делать. Так, бери за руки, бери за ноги. Так. И в канаву, в канаву. Да какую канаву? А? Как человека в себя привести? Ну это, есть у меня одно средство. Но я им очень редко пользуюсь, потому что он может дать побочный эффект. Да ладно, давай же. Охренел! А вот и побочный эффект. Короче, команда в сборе, настрой боевой. Самое время вернуться. Пришло время все расставить на свои места. Пусть наш куплет врубается лишь один из ста. Плевать на чьи-то мнения, победа будет за нами. Горит огонь, пылает пламя. Наше время пришло, наше время настало. Было два сезона, было два финала. Наше время настало, наше время пришло. Все будет ровно. Воу-воу-воу. Дорогие друзья, согласитесь, что в последнее время все чаще россияне на крещение стали нырять в прорубь. Ух, окаянные! Батюшка! Батюшка, а что это вы лично всем пример подать решили? Ух, супостаты! А, бесы неистовые! Батюшка, а чего шестой раз подряд-то ныряете? Я пока свой крест не найду! Нырять не перестану! Разойдись! Ну а сейчас давайте копнем немного поглубже, так сказать, продолжим нашу археологическую экспедицию. Эй, археологи! Вы что без меня начали? Андрей, а ты где пропадал? Подожди, ты что, служил что ли? А где я, по-твоему, должен был год жрать? Это ладно, слушай, а где служил-то? В Калининградской области передвижной комплекс «Искандер» охранял. Но это же секретная информация. Секретная информация, это работает эта фигня или нет? Слушай, и что «Искандер»? Украли. Прихожу утром, а «Искандер» на кирпичах стоит. Был передвижной, стал стационарный. И что теперь? Чё? И теперь с какой бы стороны на нас не напали, по-любому отгребёт Румыния. Иди уже отсюда! А на Земле столько прекрасных мест, где хочется побывать. Итак, Турция, ресторан. Рыбу! Рыбу принеси мне, турок завоёванный! Рыбу! Очень часто российские туристы ездят за границу со знанием только русского языка. Итак, представьте, та же самая ситуация, но глазами местных официантов. Люблю! 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 Может, врача вызвать? Не надо.
граблю! Мы не понимаем. Извините. Пошел нафиг! А покупка первой машины всегда очень сложное дело. И поэтому иногда приходится прибегать к помощи человека, который, ну, очень хорошо разбирается в автомобилях. Макс, Макс, вот это нравится, вообще классно! Я могу вам помочь? Себе помоги. Салон кожаный. Естественно. Вы что творите? А ты говоришь кожаный. Так, дворники включи. Вообще-то дворники работают автоматически. Автоматически. Ну чего? Не, ну тут не придраться. Да я говорю, машина просто в идеале. О, видишь, даже специалист говорит. А ну иди сюда. Сюда смотри. Сюда смотри, видишь? Нет. Специалист. А что там? Это я цену сбиваю. А? Ладно, давай по бабкам поговорим. Ногу уберите? Ну, да, конечно. Короче, за это корыто максимум дам 500 штук. Хорошо, 500. Мишань, давай бабки. У меня только 300. А что так мало? Ну там в объявлении 300 было. А тема президентских выборов волнует каждого. Итак, Центр Избирком. Я извиняюсь, президенты тут записываются. Да. Запишите, Скороход Андрей Игоревич. И что, там много уже кандидатов набежало? 5 человек. А что так мало? Место ж вроде тепленькое. Или я что-то не знаю. Андрей Игоревич, прежде всего вам необходимо набрать 2 миллиона подписей. Соберете? Так, Петрович, кум, жена. Жена не факт, что за меня. А, я, да, смогу. У вас уже есть политическая программа? Ну, что вы в первую очередь сделаете, если станете президентом? Разведусь. Зачем? Потому что эта овца не может быть первой леди. Петренко! Что Петренко? 4, точно соберу. Андрей Игоревич, у вас судимость есть? Да. Вы нам сразу не подходите, идите... Спросите еще раз. У вас судимость есть? Нет. Ваше прежнее место работы? Свиноферма. А последнее, скотобойня. Слушайте, мне просто интересно, почему после скотобойни сразу в президенты? Не мое это. Ну и в конце. Александр Васильевич, огромное вам спасибо за тему археологической экспедиции. Потому что главные археологи России находятся в городской администрации Смоленска. И на каждый день города они такие артефакты откапывают. Нэнси, Азиза, Наталья Штурм. Где они их берут, я не знаю. Ну что ж, друзья мои, раскопки на сегодня закончены, и команды вновь все оказываются на этой сцене. Пожалуйста, прошу, ребят. Итак, друзья мои, время обратиться к нашей высокой комиссии, которая, надеюсь, по достоинству оценит археологические находки наших команд. Максимум за приветствие 5 баллов в этом сезоне, так же, как и предыдущие несколько десятков лет. 5 баллов. Команда «Бамонт», Челябинск. 5-5-5-4-4-5. Команда «КВН Сега Мега Драйв» 16 бит.
5-5-5-4-5-5. Этот же конкурс — сборная Прибалтики, Рига. 5-5-5-5-5-4. Приветствие, факультет журналистики, Санкт-Петербург. 5-5-4-4-4-4. И триот идиот, Смоленск. Все судьи 5 баллов. Остается и мне в свой протокол внести оценки, средние баллы, о которых нам сейчас поведает наша уважаемая редактура. Прошу, Андрей Чевурин, Леонид Куприда, должен сказать, кроме наших мэтров редактуры, у нас в высшей лиге работают и еще 2 молодых редактора. Они пока в стороне, на жердочке, но они уже начали свою работу редакторскую высшей лиги в этом сезоне. Я не могу их не назвать, тем более, что все поклонники КВН их знают в лицо. Дмитрий Колчин, Самара. И Дмитрий Шпеньков, Москва. Как говорится, в футболе работает на игре большая бригада редакторов. Андрей Чевурин, прошу, средние баллы за приветствие. Средние баллы за приветствие. Бомонд 4,7 балла. Sega Mega Drive 16 бит 4,8 балла. Сборная Прибалтики 4,8 балла. Факультет журналистики 4,3 балла. Триот и диод 5 баллов ровно. Играем конкурс, который называется «Триатлон». Конкурс для высшей лиги не новый. Правила и КВНщикам, и волейщикам хорошо знакомы. Это некий микс биатлона и разминки. Первый круг триатлона представляет собой разминку на вылет, в процессе которой жюри определит команду, которая вот этот вылет и совершит, которая покинет сцену после этой части с активом 0,6 балла. Сегодня у нас задавать вопросы будут члены жюри. И 2 у нас, по-моему, вопроса. Если будет больше, ну, я знаю, 2 изъявили желание. Но если будет больше, давайте пока 2. Прошу. Леонид Якубович, Леня, вопрос. Поскольку речь идет об археологии, у меня вопрос из темы «полезные ископаемые». Причем я настаиваю, акцентирую внимание на слово «полезные». И в этой связи вопрос «полезные ископаемые». Скажите, пожалуйста, а почему нет Гусмана? Я попрошу команды осторожней формулировку. Леня, повторять вопросы будешь? Тема «полезные ископаемые». Скажите, почему нет Гусмана? Украли золото наше. Еще вариант. «Полезные ископаемые». Скажите, а почему нет Гусмана? Ну вы-то его понимаете. Столько сидеть на одной программе. Я просил аккуратнее в формулировках. Похоже, я имел в виду не только Гусмана, но и остальных членов жюри. Пожалуйста, Леонид, еще Скажите, пожалуйста, тема «полезные ископаемые». Почему нет Гусмана? Он Улан-Татур отдыхать поехал. Еще. «Полезные ископаемые». Скажите, а почему нет Гусмана? Было бы очень странно, если бы он сидел у вас на коленках. И еще вариант ответа. «Полезные ископаемые», а почему нет Гусмана? Магистр Юлий доверил за всем присмотреть нам. Спасибо, а теперь правильный ответ. Юлий Соломонович находится в творческой командировке далеко за пределами России, но ко второй игре он будет обязательно и сядет не на колени к Леониду Аркадьевичу. И Леониду Аркадьевичу тут найдется место. Спасибо. Второй вопрос. Валдис, да? Прошу, Валдис Пельш. Поскольку я из Прибалтики, хотел бы заметить, что у нас 2 основных полезных ископаемых. Это янтарь и шпроты. Вот что из них полезное, а что из них ископаемое?
что янтарь и шпроты, что из них полезное, что ископаемое? Все полезно, если запивать рижским бальзамом. Прошу. Янтарь и шпроты, что из них полезное, что ископаемое? Я ел янтарь, мне не очень. Имеешь право. Еще раз. Янтарь и шпроты. Что полезное, что ископаемое. Нам, Смоленске, пофиг, чем закусывать. Янтарь и шпроты. Что полезное, что ископаемое. Шпроты в моем холодильнике. Вот это полезное ископаемое, я считаю. Хорошо. И еще раз. Янтарь и шпроты. Что полезное, что ископаемое. Ну, конечно, янтарь. Вы видели когда-нибудь шпротную комнату? Все, все. Ну что, уважаемые жюри, на этом этапе дополнительных вопросов не предполагается, поэтому принимайте однозначное решение, какая группа геологов покидает этот конкурс с активом 0,6 балла. Прошу, решайте. Бамонт. Бамонт, 0,6 балла. От разминки к биатлону в чистом виде. Четыре команды выходят на первый круг биатлона. По две шутки. Прошу. Надежда Бабкина решила, что в своем творчестве надо что-то менять, и запустила хоровод в обратную сторону. Еще. Волочкова снялась в стиле ню. Ничего. Спасибо. Дальше прошу, рижане. Выбросившийся на сочинский пляж кит был избит обезьянкой и удавом. Потому что на этой точке фотографироваться можно только с ними. Еще. Следуя поговорке, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, Виталий повесился за день до расстрела. Продолжаем веселые шутки, прошу. Питерцы. Сейчас на всех избирательных участках устанавливают камеры. И после выборов 4 марта, как в фильмах Джеки Чана, покажут неудавшиеся моменты. Спасибо, еще. Николай Валуев в детстве поджигал пакет, звонил в дверь и не убегал. Спасибо. Смоленск, прошу. После того, как Паша сломал штопор, Коля зубы, а Дима палец, девочки перестали выпендриваться и начали пить водку. А еще. Дворник Валера поцарапал припаркованный во дворе Феррари. Но не сильно расстроился, а тихо повесился. Итак, внимание, если есть сразу решение относительно одной команды, пожалуйста, потому что в этом круге, возможно, штрафные между двух команд, если вы сомневаетесь. Но судя по тому, что, Казалин Львович, у тебя микрофон, и ты уже... готов объявить решение. Итак, коллеги уже сообщили вердикт. Прибалтика. Команда из Риги с активом 0,7 балла покидает этот конкурс. Второй круг биатлона. Две шутки. Это напоминаю для команд. Возможный штрафной круг напоминаю для жюри. Итак, разыгрывается 0,8 балла. Ну как разыгрывается? Нельзя сказать, что сильно разыгрывается, просто если отправит, то 0,8 с тобой. Итак, первая шутка, прошу. Во время свадьбы бабушка, пока читала стихотворение с открытки, сбилась, разнервничалась, сказала, что я лучше своими словами, и перешла на матерные частушки. Еще. Мальчика с очень высокими бровями очень сложно удивить. Прошу.
Питер. Директор футбольного клуба «Локомотив» продал бабушкин примус и купил Романа Павлюченко. Потому что, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. Еще. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева решили ему все обратно. Смоленск. В детстве с маленьким Володей Чуровым никто не хотел играть в прятки. Потому что никто не знал, до скольки он сосчитает. Спасибо. Еще. Пьяный мужик замахнулся на Федора Емельяненко. Через секунду уже трезво жал руку апостолу Петру. Спасибо. Уважаемые судьи, Нагиев решительно пошел к председателю жюри. Имеет право. Суровые коллеги, Питер, простите. Условия суровые, и тем не менее. Спасибо. 0,8 балла унесли с собой представители команды КВН и факультет журналистики. Итак, финал триатлона. Две команды претендуют на один балл ровно. Высший балл, который можно заработать в этом конкурсе. Поехали. Удивительно, но лучшей техникой в Анже обладает Гаджибеков. Все-таки 3 iPad, 4 плазмы не у каждого. Еще. Госнаркоконтроль оплошал. Как объяснил глава госнаркоконтроля, это был мой косяк. Спасибо, дальше. Максим, пожалуйста. Фильм «Ржевский против Наполеона» так и не смог получить «Оскар» из-за отсутствия номинации «Редкостная». Еще. После того, как пожилой рецидивист сделал себе подтяжку кожи, профиль товарища Сталина переехал в церковь. Спасибо. 1 балл и 0,9. Штрафной круг. Прошу еще по одной шутке. На концерте группы «Король и Шут» два бомжа затерялись в толпе фанатов. Пожалуйста, Максим. Студент долго экономил на завтраках, чтобы попробовать кокаин. Через некоторое время он начал экономить и на обедах. Итак. Победа Сеги. 1 балл Sega Mega Drive. 16 бит. 0,9 балла. Триот идиот. Итак, кто и сколько добыл полезных ископаемых, мы узнали по ходу конкурса. Настал момент подвести промежуточный итог. Сумма за два конкурса. Андрей, пожалуйста. Сумма за два конкурса. Команда КВН «Бомонд» 5,3 балла. Sega Mega Drive 16 бит 5,8 балла. Сборная «Прибалтики» 5,5 балла. Факультет журналистики 5,1 балла. Триот идиот 5,9 балла. Продолжаем весело бороться со стихией земли. Переходим к третьему завершающему конкурсу сегодняшней игры. Первой 1/8 финала, напоминаю, нового очередного сезона в клубе веселых и находчивых. Этот конкурс будет музыкальное домашнее задание. Ну, в котором, я так полагаю, команды попробуют поговорить о нас с вами, о том, что хорошо, что плохо, с нами, вокруг нас, без нас. В общем, тема этого конкурса музыкального домашнего задания «Земляне». Итак, слушаем первую команду. Факультет журналистики, Санкт-Петербург.
человеческому роду апокалипсис грядет. Все спешат спасти природу, нефть, богатство, кислород. Только житель Петербурга не желает газ спасать. Нам культурное наследие, главное не растерять. Молодец, браво, молодец. Как вы поняли, в нашем домашнем задании мы будем спасать ценности духовные. Ну что ж, начнем? И первым из видов искусств, которые мы хотели бы спасти, стала советская мультипликация. Ведь именно благодаря советским мультикам вся наша страна поверила, что и деревянные футболисты могут выигрывать. Все вы знаете мультик «Простоквашино», но давайте представим, каково жилось обычным обитателям деревни по соседству с героями мультфильма. А еще у них кот корову доит! Да ладно! И собака с ружьем! Да и не с ружьем, а с фоторужьем! Да-да-да, сейчас же каждая собака фотограф. А видел? Видел? У них... У коровы теленок появился. И чё? А быка ты в нашей деревне хоть раз видел? Да я этой коровы у них больше всех боюсь. А её-то почему? Да потому что все животные разговаривают у них, а корова нет. Истика. Нету у них документов. А давайте возьмем вилы, факелы и выгоним их из нашего Простоквашино. Да! А давайте ничего не будем менять. Ведь с тех пор, как в нашей деревне животные заговорили, народ, слава богу, пить бросил. Кто там? Мы считаем, что обязательно нужно спасти русскую живопись. Об изменах узнают по-разному. По помаде на пиджаке, по запаху духов в машине. Но у художников ни машин, ни пиджаков. Поэтому в их семьях все происходит гораздо интересней. Итак, мастерская Карла Брюлова. Начало 19 века. Какие машины? Так, Карла! Я убирала себя в картинной галерее и нашла вот это! Кто это? Это Виталик. Виталик? Да. Да? Да. Виталик, пойди-ка сюда. Это ты на картине? Нет. Да. Да. Виталик, у тебя что, такое тело? Нет. Да. Да, я просто на маму похож. Виталик, а твоя жена вообще в курсе, что ты голышом позируешь? Нет. Да. Нет. Да. Нет у меня никакой жены. Подождите. Виталик как-то подозрительно похож на нашу соседку Таню. Так это она и есть? Да? Нет. Нет. Ты только что сказал, что да. Так это я сказал, это не он сказал. Он все время правду говорит, а я вру. Так, соседка Таня, пойди-ка сюда. Это ты на картине? Да. Нет. А, нет. Ну вот. Но голова-то твоя. Да, но тело-то Виталика. Да. Ну вот. Вы что, мне все тут врете? Да. 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 Ну, хоть не врете. Так, я тебя бросаю. Вот, надо было Малевича слушать. Он же говорил, всех своих женщин закрашивать надо. И третий вид искусства, который мы хотели бы спасти, это кинематограф. Все вы смотрели авторское кино, и зачастую оно больше авторское, чем кино. Итак, конец любого французского фильма, естественно, «Кафе на набережной». Никола, тартур квала кассегетья. Николя, если ты уйдешь, я брошусь с моста. Allez, ветро, amuse-toi. Мы еще не расстались, а ты уже планируешь свое будущее. Молодец.
Я хочу курить. А я хочу детей. А у них будет пара сигарет? Хватит держаться за воротник, Николя. Лучше держись за воротник. А я думаю, у нас были бы очень красивые дети. Но у нас есть дети. Эти так себе. Софи, у тебя такие красивые волосы. Я постоянно думаю о них. Я схожу с ума. Амур, Софи. Амур. Прошу, давай сдадим их за 500 франков по объявлению. La cul de si. Как-то холодно, я сильно замерзла. Скажи спасибо нашему режиссеру. У режиссера Альмодовара тебя бы еще и изнасиловали. Ладно. Нашему кино нужна новая аудитория. So, alle fait, alle magnifique. Поэтому я люблю тебя, и я вампир. Et toi? И я. Запоминай день, запоминай ощущение, если все, и ты не исключение. Ну что ж, друзья, резюмируем. Если за спасение культуры взялись люди из Питера, то следующие 6 лет у нас все будет хорошо. И у вас. Только фонари окружают нас и снег. Москва, привет, мы с тобой не одни. Где-то там шумит небо, где-то далеко от нас. Ничего, мы скоро вернемся к тебе. Команда КВН факультет журналистики. Из Санкт-Петербурга с любовью. Продолжаем музыкальное домашнее задание, продолжаем третий конкурс сегодняшней игры. Земляне, так называется этот конкурс, на сцене сборная Прибалтики, Рига. Достопочтенная публика, я расскажу вам историю о том, как наши готы себе землю искали, помягче, поудобнее, да попушистее. Старушки Прибалтики после матушки чумы. Места было много, как говорится, бери, но литовский король говорил, не хочу. Ну все, хватит, 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 хватит! Скучно! Тогда еще в Прибалтике говорили без акцента. А давай в эту игру сыграем. Принц, ты принес мне хрустальные туфельки? Да. Что это? На улице холодно, это уги. Все равно скучно. А давай как вчера. Государь, не вели казнить, вели наказывать. Да, 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 да. Так, вы кто такие? Король мы готы. Дай нам свою землю, она у тебя все равно пустует. А мы тебя за это развлекать будем. Особь. Девочка по городу шагает босиком, голенькие бедра обдувает ветерком, талию и плечи уже покрывает лед. К черту все интриги, тупо голая идет. А говорили в Страгино, что все закрыты казино. Достаточно! Разволновала ты меня. Слушай, Шут, а кто это у нас в королевстве всех девок попортил? Время, государь. Ладно, готы, дам я вам землю. Но если только она выйдет за меня замуж. Но я не хочу замуж. Возьми лучше Лену. Какую Лену? Может, это лишь случайность, может, волею небес. В нашу Леночку вселился озорной веселый бес. И она теперь умеет на латыни песни петь. На два полных оборота головой своей вертеть. Так, пап, стоп! Пап. А ну, быстро за палачом! Я передумал. Куда пошли? А ну стоять, готы, стоять! Шли годы, шли и готы. Уставшие и голодные, подбирай землю себе по вкусу. И пришли в Эстонию. Ой, мастер, посмотри, какая чудесная полянка, лес, речка. Тихо, слышишь? Что это? Весна.
медведи лапы изо рта вытаскивают. Романтика! Что это у вас? Это мы одежду сушим. Да что вы врете, это же человек! На человеке быстрее высохнет. Так, разрешите меня! Идите в лес, себе другое место ищите. Ага, в лесу еще страшнее, там барды. Господи, вот и они. Ради бога, тысяча извинений, у вас водки не будет. А то нам песни запевать нечем. Какие песни? Ну вы сами попросили. Пожалуйста, только петь не надо. Ну вы сами попросили. А я спою. На прекрасной весенней поляне мы зароем сейчас их втроем. Через тысячу лет они станут эти нефтью, а этот углем. Ничто на земле не проходит бесследно, и наша задача предельно конкретна. Что было, что потомка из недр земли достать. Сейчас как можно больше нам нужно закопать. Изрядно наскитавшись, готы решили пойти легким путем и тоже вступить в Евросоюз. Кстати, там как раз шло очередное заседание. Ну что, господа, все в сборе, давайте начнем. Так, а где Прибалтика? Что значит в спортивках нельзя? Привет! Здорово, здорово, здорово! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А кто это у нас тут такой зажравшийся? Дай кредит! Так, Прибалтика! А, ты главный. Дай кредит! Прибалтика! Все, понял, понял, на свое место, все. А, привет. Ну что ж, начнем. На повестке дня главный вопрос. Кто и чем поможет Греции? Мы поможем медикаментами. Мы выделим финансы. Мы пошлем гуманитарную помощь. Ну и хватит, что там? Так, а вы кто такие? Мы готы. А я вам говорил, доиграемся. Ну, тихо. Так, тихо. Успокойтесь. Вам что нужно? Нам нужна своя земля. Да без проблем, выбирайте. Может, на Кипр? Курорт, а? На Кипр мы не поедем. Мы на банане глупо смотримся. Она не знает. Так, Прибалтика, успокойтесь, пожалуйста. Господа, может, кто-то из вас их возьмет себе? Нет, 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 нет. Господа, я вам напомню. Евросоюз является гарантом соблюдения прав человека. Наши страны обладают богатейшим морально-нравственным и культурным наследием. А что мы базарим с этим быдлом? Давайте пошлем их и все. Особь ответь, только на их культурном языке. Я мудреца спросила, как нужно относиться к употреблению в русской речи нецензурных слов. И он тогда ответил, что зла в них не заметил. Названия мест на нашем теле все несут добро и мой друг, иди скорей дорогою добра. Ну что, я смотрю, вы нашли общий язык. Так что живите теперь в Прибалтике. Подождите. А чем они у нас будут заниматься? У нас либо на завод, либо в КВН. А так как заводов уже нет, то и выборы у них нет. Так и нашли готы свою землю. А нашедшему, как известно, полагается 25%. Поэтому, уважаемый Александр Васильевич, в новом доме КВН мы согласны даже на подвал. Поехали! Рижских котов не бывает мало. Этот постулат тебе понятен всем. Мы ресурсы Первого канала. Залежи планеты КВН. Мы ресурсы Первого канала. Музыкальное домашнее задание. Команда КВН «Бамонт», Челябинск.
Тема музыкального домашнего задания – земляне. Поехали! Сделай вперед рывок сразу на сотню лет. Сколько еще узнай, будет чудес и тайн, спрятанных на земле. Именно об этих чудесах и тайнах мы с вами узнаем на экзамене по геологии в Челябинском горном университете. Так, до конца экзамена осталось 7 минут. А я опоздал? Да нет. Что вы, разве может на экзамен по полезным ископаемым опоздать сын человека, которому принадлежит половина этих полезных ископаемых? Евгеньевич? Арсений. Евгеньевич Арсений. Давайте сразу зачетку я вам пятерку поставлю и пойдете. Не-не-не-не. Мне отец сказал, что денег больше не даст, и теперь я все буду сдавать сам. Сам? Сам. Давайте рискнем. Билет номер один. Полезные ископаемые. Очень легкий билет. Полезные ископаемые. Полезные ископаемые? Они полезные? Так. Полезные и... ископаемые. Разумеется. Ну, а следующий вопрос тогда специально для деканата. Что мы знаем о горючих сланцах? Что вы знаете о сланцах? Мы их носим. Мы их носим. Гений. Ну, давайте контрольный вопрос, так сказать, закрепим. Пятерку. Ну, конечно. Конечно, пятерку. С плюсом. Хотя с вашими знаниями нужно только участвовать в антиинтеллектуальном шоу. Итак, добрый вечер, дамы и господа. Я вас приветствую на первом в мире антиинтеллектуальном шоу, чемпионате по идиотским вопросам и ответам. И сегодня наши участники – однофамильцы Федоров и Петров. Итак, начнем первый раунд вопрос-ответ. Кентавр наполовину человек, наполовину... болельщик ЦСКА. Верно. Продолжите пословицу. Платон мне друг. Мы просто целовались. Лучше синица в руках. Чем гвоздики в ногах. Не плюй в колодец. Скотина. Верно. Продолжим. Собака ощенилась, корова отелилась, выхухоль... терпит. Верно. Итак, второй раунд. Верник или неверник? Валдис. Неверник. Игорь. Верник. А Валдис неверник? Это его личное дело. Продолжим. И у нас ответы из разряда «не дай бог». В прошлом году КВНу подарили дом... два. Не дай бог. Двигаемся дальше. Детям мороженое бабе... мороженщика. Максим Галкин женился на Алле Пугачевой, потому что он ее очень сильно... просил. Верно. В Ленина стреляла Фанни. It's not funny. Верно. Судя по Камасутре, у индусов нет... других дел. Верно. Когда Пиноккио врал, у него увеличивался... процент голосов. Верно. Четвертого марта мы все пойдем... со своим мнением. Ну что ж, подошел к концу чемпионат идиотских вопросов, и у нас проиграл здравый смысл. А я ничего другого, собственно, и не ожидал. Давайте вернемся к нашему, прости господи, экзамену. Нефть. Нефть у нас делится на фракции. Какие у нефти есть фракции? КПРФ. Класс. Четвертый примерно, по развитию. Слушайте, так тут одной пятеркой-то не обойтись. Придется шестерку с минусом ставить, чтоб с уровнем IQ совпало, да? Вы ничего не знаете о полезных ископаемых. Но не беда, сейчас наши отличники все вам расскажут. Даша, Виталя, прошу. Окопаем о полезных ископаемых полезных рассказали нам на географии. Дружно рисовали мы, где находятся они, общие сокровища родной страны. Что фигурки эти значат, трудно вспомнить. Вот задача, что-то ничего не получается. Чтобы всем все понимать, будем мы их называть, как они по сути называются.
Дальше вроде все понятно. Схема вот, туда-обратно. Вроде бы страны обогащения. Только если приглядеться, повнимательнее всмотреться, странное у нас распределение. Вот еще один сюжет, что уходит наш бюджет в Лондон и, похоже, основательно. А за ним не отстают, прямо по пятам идут наши ископаемо-держатели. Вот еще одна страна, демократию она в мире продвигает основательно. Правда, вот нигде попало, только где значков навалом. Вот такая нефтедемократия. Несмотря на все проблемы и затронутые темы, все равно хотим сказать спасибо. Мы горды своей страной, мы живем одной семьей, мы живем одной семьей в России. Дорогие друзья, почему в нашем музыкальном домашнем задании мы так много внимания уделили образованию? Просто мы хотим, чтобы в России было больше умных людей. Как раз поэтому хочется вновь упомянуть Владимира Вольфовича Жириновского, который в одном из своих недавних выступлений сделал следующее заявление. Внимание на экран. Урал, 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 там вообще тупое население, там дебилы живут. Более тупого населения, чем на Урале, нет. Уважаемый Владимир Вольфович, мы не обижаемся. Более того, 4 марта мы обязательно всем Уралом придем на выборы и проголосуем только за вас, потому что... Более тупого населения, чем на Урале, нет. Спасибо! Музыкальное домашнее задание. Sega Mega Drive, 16 бит, Москва. Главный вопрос, который волнует землян, будет ли конец света? Для ответа на него мы решили обратиться к самому главному искателю приключений на Земле, Индиане Джонсу. Итак, Sega Mega Drive 16 бит представляет Индиана Джонс и календарь Майя. Америка, археологический институт. Таким образом, мы получаем, что с помощью берцовой кости динозавра можно пробить череп человеку в трех местах. Понятно? Можно вопрос? Да, конечно. Почему вы ведете урок с пушкой? Это не пушка, это зажигалка. Вы Индиана Джонс? Да, это я. Мы расшифровали древние письмена. Приближается конец света. Конец света, конец света. Тихо, конец света. Тихо! Конец света для учителя. Продолжайте. Без вашей помощи мы не сможем найти календарь Майя, который спасет планету. Так что же вы раньше молчали? Поехали скорее. Где моя любимая шляпа? Пара-пара-парадуй. Так, стоп. Это не моя любимая шляпа. Упала шляпа, упала на пол. Да, это она. Поехали. Эй, а мы? Ах, да, забыл. Тема домашнего задания. Обезвредить гранату. Как же хорошо, что джунгли прям за институтом. Ага, обезвреживание гранат. 2. Нам надо найти долину сокровищ. Так, давайте поищем в интернете. Найти долину сокровищ. Долина смерти, долина жизни, долина Лариса. Долина Лариса, скачать MP3. Долина сокровищ. Так, нам туда. Только осторожней, не наступайте на ужей. Это смертельно опасно. Почему? Они могут умереть. Уже темнеет, надо где-то переночевать. Давайте посмотрим, что за теми кустами. Вся, что тебя касается. Сюда мы не пойдем, тут звери. Так, это еще кто такие? Ну, судя по их внешнему виду, это бывшие клиенты Ланта Тур. Мы хотим есть! Да, это точно они. Так, спокойно, я знаю, как надо с ними общаться. Смотри, что у меня есть. Это ложка. Хочешь себе такую? Ха-ха! Какой глупый белый! Так, подожди. Вы не знаете, где здесь гробница? Вам туда. Спасибо.
тем временем около гробницы. Ух, наконец добрались. Стойте, я хранитель священного Грааля. Вы не пройдете. Но нам не нужен священный Грааль. Проходите. Вам точно не нужен Грааль? Да, нам точно не нужен Грааль. А заколцанные? Да не нужен нам Грааль. Вы все равно не пройдете. Да иди ты. Так, мы в гробнице. Смотрите под ноги, здесь полно ловушек. Вот видели? Это хорошо, я заранее в руке держал. Так, стойте здесь, я посмотрю, что там дальше. Для следующей сцены не хватило бюджета, поэтому пародия будет показана не в полном масштабе. Бегите отсюда! Фу, вроде обошлось. Это хорошо, его ногой заранее слабо пнул. Смотрите, к нам кто-то идет. Это стражник. Чтобы пройти дальше, вы должны отгадать мои музыкальные загадки. Давай. Плачь, плачь, смотри, смотри. Передачу жди меня. Правильно. Давай дальше. Что такое осень? Это небо. Нет, это ДДТ. Черт. Так, давай дальше. А теперь музыкальная загадка без музыки. А, Газманов? Правильно, проходите. Так, судя по карте, мы на месте. Вот, держи лопату, копай. Я не умею копать. Я тоже не умею копать. Копай, как умеешь. Дай сюда. Блин, что ж теперь делать-то? Смотрите, календарь мая. Теперь планета спасена. Наконец-то сокровище у нас. Как бы не так. Отдавай календарь, или я убью ее. Так, Андрей, зачем ты это делаешь? Я хочу получить славу спасителя мира. Так, Андрей, не делай глупости, она же девушка. Медленно положи Галю на пол и пни ко мне. Я не шучу, я реально пристрелю ее. Я не отдам тебе календарь. Ах так? А, черт. А, он подстрелил меня. Упала шляпа. Только не сейчас. Я не отдам тебе календарь. Галя, беги! Да как вы можете делить это сокровище? Оно же должно храниться в музее. Леонид Аркадьевич, это вам! Берите, бегите отсюда! Продолжение этой истории смотрите в фильме «Индиана Джонс и Золотой барабан». К концу наше выступление. КВН открывает огромные возможности, и поэтому в конце хотелось бы сказать: Леонид Аркадьевич, возьмите нас в поле чудес, тем более первая тройка игроков уже есть. Да и в панде вы ни разу не были. Сергей Мегадрайв 16 бит, спасибо. Музыкальное домашнее задание «Земляне», команда КВН «Триот Идиот» Смоленск. За свою историю Смоленск несколько раз спасал Россию. А теперь ему выпала честь спасти всех землян. Итак, по мотивам фильма «Армагеддон». Щекасты, это что за фигня? Мы спасаем землян. О, так вас уже трое? Кого? Красный Крест, ЮНЕСКО и Щекасты. Вообще-то мы решили показать Армагеддон. А что вы так заморочились? Привезли бы фотографии Смоленска, фотки ДК Смоленска, задний двор ДК, городскую свалку. Да что я вас вокруг этого ДК? Так это кто? Брюс Уиллис. О, я бы не доверял такому Уиллису.
Такого не то, что на астероид, такого за пивом послать опасно. Кто из вас додумался показывать землян через клизму космоса? Через призму. Но вы пошли таким путем, что получается через... Череп. А что это такое призма? Жигуль, я б тебе объяснил, да боюсь, не выгребешь. Да мы просто хотели раскрыть тему конкурса. Нет, то, что выполняете условия Александра Васильевича, это молодцы. Но фигней заниматься не надо. Это сейчас были две разные мысли. Короче, спускаемся с астероида на Землю и шутим про землян. Итак, сегодня мы будем говорить о землянах. А самый популярный вид спорта у землян – это футбол. И совсем недавно два известных российских футболиста решили вернуться из английских клубов и опять играть в России. Итак, аэропорт Лондона. Passengers Белилединов and Павлюченко, please proceed to your flight to Moscow. Целый тайм мы за год отыграли, ровно тайм. Да и тот на двоих. Раз в России футбол не подняли, то хотели понизить у них со скамьи. Запасных уезжаем, чтоб вернуться в родную страну. Может, с нами поедешь, Аршавин? Я сезончик еще посижу. Из клубов своих мы уходим бесследно, зато для России мы стали бессмертны. Так молоды мы были, нам дорого платили, сначала нас любили. Теперь ты в «Спартаке». Земляне с детства прививают своим детям любовь к музыке и отдают их учиться в музыкальные школы. Но иногда обучаться музыке хотят и такие люди. Зовите следующего. Следующий! Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Застряла как-то лосиха между двух деревьев. И собрался весь лес, чтобы ее... Так, стоп! Андрей, это что такое? Я просто хотел начать с юмора, чтобы как-то раскрепостить атмосферу. Значит, Андрей, вы планируете поступать в нашу музыкальную школу? Да. У вас слух есть? Мы же как-то ведем диалог. Хорошо, музыкальными инструментами владеете? Да, баян. Давайте. Пожалуйста. А я милого узнаю по походке. А он носит брюки, а галифе, а шляпу он носит, а на панаму. Да хватит! Вы что, еще и танцевать здесь собрались? Могу и танцевать, да. Вот диск. Ой. Да хватит, хватит! Вы в своем уме? Застрял. Бежит как-то ежик по травке и хохочет. Опять анекдот! Нет, это случай из жизни. Анекдот это застряла как-то лосиха между двух дверей. Так, стоп! Идите вон! Дайте мне последний шанс, пожалуйста. Хорошо, у вас 30 секунд. Песня? Можно матерную? Нет! Нет.
Тогда стихи. Никаких стихов, уходите! Слушайте, я не знаю, каждый год это тоже происходит. Можно вопрос? Давайте. Что именно не так было в моем выступлении? Может быть, песня не та или упор на пластику? До свидания! Землянами нас чаще всего называют инопланетяне. А еще инопланетяне иногда похищают людей, чтобы получше их изучить. Итак, представьте, инопланетяне похитили не самый лучший образец. Блин, Алифа! Охренел? По глазам вижу, охренел. Так вот, если вы на нас нападете, вам хана. Ты знаешь, что русский офицер спецназа способен задержать дыхание под водой на 2 часа? Не веришь? Короче, вот так 2 часа. Мужики, ну вы же мужики? Не, ну просто если ты баба, ты так в девках и останешься. Элла. Не, ну друг у тебя, конечно, урод. Элла. Не-не-не, это икота. Жена вспоминает, позвонить надо. Алло, Зин, меня инопланетяне похитили. Да, пьяный. Ну прикинь, так совпало. Бабы. Там, где клен шумит над речной волной, ну, говорили мы о любви с тобой. Не, ну классные мужики, классные. И ты, урод, классный. Одно жалко, а вас рассказать никому нельзя. Потому что второй раз в психушку я не лягу. Ну и в конце. Что хотела сказать в конце. Первым из землян в космос полетел смолянин Юрий Алексеевич Гагарин. Это мы все к чему. Если в этом сезоне Смоленск и намерен кого-то пропустить вперед, то это будет максимум 2 собачки. Белка и Стрелка. Снова идем мы с тобой сезон. Good.
Это было последнее конкурсное выступление. И команды, пожалуйста, мы вас ждем всех. Итак, дорогие друзья, сегодня КВНщики со своих КВНовских высот рассматривали Землю, точнее, стихию, имя которой Земля. Вот что удалось рассмотреть по ходу всего происходящего членам нашего уважаемого жюри. Сейчас, кто хочет выскажется емко, но сжато, прошу слово членам жюри. Дмитрий Нагиев, пожалуйста, Дима. Мужики. Ну ведь мы мужики, иначе ведь так в девках и засидимся. Когда-то очень давно, когда я начинал еще сидеть только в жюри КВН на прошлой игре, я, конечно, не ожидал, что в первой же игре сезона мне попадут в рот забавным голубым глобусом. Вот. И стою я здесь теперь, как сказали мои земляки, толстый, безработный, ножки кривенькие, и думаю: Александр Васильевич, молодой, поджарый, с волосами. Премьер-министр благословил новый дом КВН. Шикарная игра первого сезона. Что еще нужно, чтобы год заладился? Я поздравляю всех с началом. Благодарю за оказанную честь. Спасибо. Удачи всем, любви и терпения на целый год. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Дима. Валдис Пельс. Пожалуйста, Валдис. Вы знаете, меня никогда не заклинивало лицо от хохота на КВН. Сегодня произошло два раза. Первый раз, когда Нагиеву попали мячиком. А во второй раз, конечно же, во время выступления триода Диота. Это просто замечательно. И более того, сегодня особенно КВН, потому что сегодня КВН стерео, за мной Миша Галустян сидит. Так как он хохочет, не хохочет никто на КВН. Я получил колоссальнейшее удовольствие. И опять же, поскольку я сейчас тоже оцениваемый в проекте «Две звезды», я понимаю, насколько, сейчас начал опять понимать, насколько тяжело выходить на сцену и работать, чтобы ты был оценен. Поэтому я постарался поставить максимальные оценки, насколько это возможно. Спасибо огромное за потрясающее удовольствие, которое я сегодня получил. И отдельное спасибо Мише Галустяну. Мы его специально приглашаем, сажаем за жюри, потому что мы знаем, так как он оценивает все происходящее, не оценивает никто, поэтому и жюри, естественно, тоже. Спасибо, Миша. Игорь Верник. Ну, во-первых, спасибо. Действительно, замечательная игра, потрясающее начало. Начался год, и сразу столько потрясающих эмоций. Никогда еще не видел, чтобы дважды заклинивал лицо Пельшу после того, как один раз в лицо получил Нагиев. Надо сказать, что я согласен с ребятами. Я сегодня до слез плакал, когда смотрел и вспоминал свое поступление в музыкальную школу. Да. И я последний раз вот так смеялся до слез, когда Галустян играл здесь пионера. Мишка, кто-нибудь помнит это? Кто-то помнит? Ну, а я хочу вам сказать, что я пришел сюда вместе со своим сыном. Гриш, встань на секундочку, пожалуйста. Ему 12 лет, и он тоже поклонник КВН, так что растет новое поколение влюбленных в потрясающую любимую нашу игру КВН. Спасибо, ребят, с началом. Михаил Ефремов, Миша. Но я сегодня без детей. Но он может ответить. А я очень рад, что сезон начинается, вот игра начинается с такого начала, потому что как начнем, так и пойдем дальше. Очень разнообразные команды, очень непохожие друг на друга. С возвращением, рижские готы. Ну, Смоленск, вы все увидите сейчас. Спасибо. Леонид Якубович, прошу. У меня один раз заклинило лицо, потому что я не видел, как мячик попал в Нагиева. Я совершенно забыл, что это 1/8. Я был уверен, что это, наверное, полуфинал.
Потрясающе, замечательно. То, что тут творили с инопланетянами, довело меня до судорог. И ровно как сказал Игоряша Верник, для меня это самое главное, но мы-то уже привычные и не очень хорошие зрители, тем не менее хохотали до слез, но для меня еще больше, больший критерий оценки здесь сидит моя 14-летняя дочь, которая хохотала так же. Варя, встань. Варя. Варя. Варя, подойди, пожалуйста, к Грише. Но тогда ты будешь называть меня папой. Здравствуй, папа. Здравствуйте. Я уже не говорю о том, что тут сидит мой... Сын. Саша, встань. В общем, у меня ощущение, с КВНом все в порядке. Председатель жюри, Константин Эрнст, пожалуйста. В начале каждого сезона, в начале каждого года, в начале как таковом, есть потрясающее ощущение надежды на то, что будет еще лучше, чем было. В предыдущие 50 КВНовских лет все было хорошо, это можно видеть по Александру Васильевичу. Так что дальше, то, что вы начинаете следующие полсотни лет, обязано быть еще лучше. Спасибо. Спасибо большое. Я от себя скажу громадное спасибо всей пятерке команд. Спасибо, вы молодцы, вы действительно разные и классные. И спасибо вам за начало сезона. Говорю сейчас, потому что дальше пойдут оценки, и уже как бы общности такой эмоции может и не получиться. Спасибо. Итак, переходим к оценкам за последний конкурс игры «Максимум», за музыкальное домашнее задание. 6 баллов. Уважаемые, прошу ваши оценки, но как в протоколе, да, в этом порядке так и будем. Музыкальное домашнее задание. Команда КВН «Бамонт», Челябинск. Все судьи 6 баллов. Sega Mega Drive 16 бит, Москва. 6-5-6-5-5-5. Сборная Прибалтики. Рига, этот же конкурс. 5-6-6-6-6-6. Команда КВН «Факультет журналистики», Санкт-Петербург. 6-5-5-5-5-6. И «Триот Идиот», пожалуйста, ваши оценки за музыкальное домашнее задание. Вновь 6 баллов. Все судьи. И теперь средние баллы за последний конкурс и итоги сегодняшней первой игры нового сезона. Средние баллы за музыкальное домашнее задание. «Бамонт» 6 баллов ровно. «Sega Mega Drive 16 бит» 5,3 балла. «Сборная Прибалтики» Рига 5,8 балла. «Факультет журналистики» 5,3 балла. «Триот Идиот» 6 баллов ровно. Общий итог игры. Команда КВН «Факультет журналистики» Санкт-Петербург 10,4 балла. Команда КВН «Sega Mega Drive 16 бит» Москва 11,1 балла. Команда «Сборная Прибалтики» Рига 11,3 балла. Команда «Бамонт» Челябинск 11,3 балла. Команда КВН «Триот Идиот» Смоленск 11,9 балла. Дорогие друзья, я обещал, что, так мы как бы решали, как будет, как и в прошлом году, что из каждой 1/8 финала две команды выходят, первое и второе место, и потом остальные ждут добора. Но как-то не очень поняли меня, видимо, члены уважаемого жюри, поскольку получается, что
А что получается? Получается, что сразу в 1/4 проходят 3 команды. Бомонд Челябинск, сборная Прибалтики Рига, Триот Идиот Смоленск. Не исключаю, что в 1/4 может быть даже больше команд, чем 12. Ну как будет, так будет. Спасибо всем, поздравляю.